Всем приходящим без зла желаю только добра, с вами Шаман, канал Шаман Блэр. И сегодня у нас, судя по результатам боя на вот этом самом ЕБРе, нас ожидает очень веселое, так сказать, действо на такой карте, как Прохоровка, классика жанра. Значит, играет во взводе игрок, внук игрока, играет во взводе с двумя СТшками, Леопард и СТБ. Значит, подкрутила, господа, на ИБРе кататься очень и очень сложно. Его крутануло, он не справился с управлением, хотя игрок очень даже хороший. Как я понимаю, на третью отметку идет. Если бы сейчас отправили в ангар, я уверен, этого бы видео не было. Результаты не хочу спойлерить, но, наверное, придется заспойлерить чуть-чуть, по крайней мере, на обложке к видео будет указано то количество насвета, что он здесь насветит. Я уверен, что это не рекорд, но. Так, ну вот это опасно, на самом деле, все, что он делает, очень даже опасно, очень рискованно, получает от Гляна 818, рискует. Дважды повезло, не сняли. Посмотрим, к чему это приведет. Увидите, к чему это все приведет. Его не отправили в ангар. Команда противника не отправила в ангар два раза, хотя имела все возможности сделать это. Ну что ж, господа противники, сами виноваты. Ну, лампу ловят, начинают, теряются, и т.д. и т.п. Как я понимаю, это не только противники, союзники, большинство игроков так. На Прохоровке лампочку словил и... Да. Значит, катается. Все равно продолжает здесь кататься. Катается. А где вражеский ебарь, они, так сказать, разминулись непонятно. Непонятно. Неужели будет пытаться занять... Оп. Проверка. Он не засветился об хэвика. А вон ЕБР. ЕБР обнаружил, об ЕБР сам засветился. И тут же, я вот к чему это говорю, игрок хороший. Тут же моментально среагировал и ушел в низину, когда понял, что засветился. Хотя изначально хотел поехать вот сюда вот, куда едет сейчас. Но это, ой, как же все опасно. Как засветил, сразу уходит. Засветил до первого засвета. Олдовская школа светляков. До первого засвета и сразу назад. Засветил назад. Рискует. Очень рисковал. Сейчас тоже могут снять. Все-таки шотный. Могут снять. Если бы был фуловый, я еще понял бы. Да плюс ремки нету. Ну тут как бы ремка, ладно. Он как бы по своей стороне, по своей части карты катается. И ремка не сильно нужна. Если кататься вот здесь вот, не переезжая сюда. Оп! Вот сюда, в эту чашечку, это опасно. По идее, сейчас будет отсвечиваться, но сейчас главное двух арт не словить. Арты, если заряжены, могут сюда спокойно кинуть и добрать. Ну что ж, союзник на Леопарде, он же совзводник, отправляет в ангар ЕБР из команды противников, и это открывает новые горизонты. Ну что, оборудка, как я понимаю, позволяет, экипаж позволяет. Пошел фарм. 5000 насвета уже. Господа, тут дело не только в насвете. Посмотрите. Я реплей уже посмотрел. Это, конечно, такой бой, олицетворяющий современный рандом на все 100%. Сейчас все под занавес увидите. Бой недолгий. Как же приятно, когда вот эти циферки засвета вот здесь вот отлетают. Как же приятно. 10 тысяч. Ёшкин кот. Может быть, еще и больше. Там остаточные т.д. и т.п. 12. Как же приятно, когда команда стреляет. У нас на гору, у союзников на гору вообще никто не поехал. На горе там стоят противники и ничего не делают. Я не могу понять, почему. Могли бы. Вот посмотрите на миникарту. Могли бы все-таки сюда как-то поджаться. Сюда. Да, они контролируют эту часть карты.
попытаться этого вот отсюда раздамажить, Бачата, еще кого-то. Просто стоят. Ну, просто стоят на горе. Ну, что вы? Не, но с другой стороны, они видят, что турбослив. У многих руки опускаются. Да. Нагло, 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 нагло. Но все-таки он понимает, что обязательно помощь нужна всем. Это так, а вдруг я его понимаю. Не подставляется, потому что хочет выжить. Хочет выжить, и еще у него сейчас, как я понимаю, в голове мысли о том, что придется, не придется, а нужно после уничтожения. Хорошо, хорошо, что Тим Дамаг убрали, а то вот так вот живешь, выживаешь, да? И а тебе твой же союзник отправляют в ангар от жадности до дамага и фрагов. Так вот, после этого уничтожения аллеи нужно будет, чтобы снять еще больше. Посмотрите, 16 тысяч почти за света. И сейчас будет, ну, СТБ все-таки прошел по миникарте. СТБ все-таки прошел, пытался что-то сделать. Единственный в команде. Ну и плюс ИБР, конечно, играл, пытался. Просто нашему повезло больше, чем вражескому. Не успеваю комментировать. Вот это вот еще нужно все в планах досветить после уничтожения аллеи. Наконец-то договорил. Вы посмотрите, что творится. Рвут в нулину. В нулину, господа, вообще в ноль, вы посмотрите. Ну как это? По 15 танков 10 уровня и жить, здесь нужно жить и выживать. 18340 на света, мама дорогая. Да, вначале там немножко рисковал, все и повезло, согласен. Вы посмотрите, команда рвет просто. Союзники просто в нулину порвали. 15-0, господа, 15-0. Что творится в рандоме? Сейчас 15-0, это далеко не редкость. Господа, за такой бой это лайк. Лайк игроку, лайк союзникам, да и можно мне заодно тоже, кому не жалко. Давайте посмотрим теперь результатики боя. Разведчик 11 обнаружил, дозорный. Мастер, само собой, 18467 на света. 136 тысяч в плюсе по серебру. Вот на чем фармить надо. Ну, бой, конечно, веселый, господа, согласитесь. Ладно, когда раньше такой бой случался раз в полгода в год. Давным-давно раньше, да, лет 10 с чем-то назад. Сейчас такие бои, ну не знаю, но у меня чуть ли не один в неделю там. Один в пару недель. Лично у меня. 15-0. Про 15-1, 15-3 я вообще молчу. Всем спасибо за внимание. Всем приходящим без зла желаю только добра. До новых встреч в эфире. Всем пока. Всем до свидания.